Всех снова приветствую, дорогие друзья. Вторая часть 24 эпизода Crysis 2. Все ближе и ближе мы к концу этой игры. Вот так вот сейчас красиво спрыгнули, перепрыгнули с крыши и поджарили нашим электровеником. Почти троих. Ну хорошо, он так забористый тогда. Довольно-таки эффективное оружие. Алькатрас, что ты там делаешь? Немедленно возвращайся. Сейчас кончится броня. Ой, это энергия у нас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, чё ты не умираешь-то? Он ещё один бежит. А чё он не стал? Ножом-то его резать. Засранец. Подло всё как-то. Наверное, потому что на этот момент броню свою вырубал, активировал красную. Хотя я не думаю, что должно мешать как-то. Так, такие тут парники непонятные для цветов. То сейчас вот этого мы копнем. С особой жестокостью. Кто это такой? Блин, там же жирный бомбардир. Сейчас мы тебя рихтанем. Нормально так. Солнышко мне очень нравится, как выглядит. Сейчас мы сверху еще его минами обкидаем. Бац. Две должно хватить с лихвой. О, еще один. Вот сейчас главное не попасть. А то, ой, как издалека придется начинать заново. Блин, засранец-то. Умри! А там центральный парк поднимается, я смотрю. Ух ты. Эпичное зрелище. Чуть не свалился я. Так, посмотрим, что там у нас. Еще два остались. Дурачка. Бомбардиры, кто-то еще вон бомбардир стоит. Но с ними можно не связываться особо. Что-то он там все взрывает. О, 300. Спор. Такс. Ну что ж, пора действовать. Вперед идти. Разбежимся. Так, сейчас понаблюдаем эпичное залетание центрального парка. Волны такие, булыжники летают здоровенные. Красиво, красиво так на фоне солнца все. Эпично так. Тут вообще полная жопа. Вы не поверите, сэр. Весь парк залетел над землей, весь целиком. Нам нужна срочная эвакуация и приоритет воздуха. Столько бортов, сколько у вас есть, сэр. Вас понял, мистер Иван. Что смогу, сделаю. Ну что ж, я с вами попрощаюсь. Увидимся в последнем, заключительном 25-м эпизоде. С вами был Фолиот, дорогие друзья. Всем пока.